Неизвестные утром в среду совершили попытку поджога виллы российского телеведущего Владимира Соловьева в итальянском городе Камо, сообщает газета «Карьер Делла Сире». Согласно данным издания, прибывшие на место пожарные, которых предположительно вызвал один из местных жителей, без труда потушили возгорание. Отмечается, что поджигатели использовали покрышки. Кроме того, сообщается, что от действий злоумышленников пострадал и другой, предположительно, принадлежащий Соловьеву дом на Камо, на стенах которого они оставили некие надписи. Согласно утверждению издания, Соловьев владеет тремя объектами на Камо общей стоимостью 8 миллионов евро. Что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр.